Я, Григорій Червоний, запрошую вас в парк. В парк юридичного періоду. Провідні фахівці проведуть заплутаними і невідомими маршрутами парку. Дадуть відповідь на питання, які давно цікавили вас. Відправляйтеся в захоплюючу подорож в парк юридичного періоду. З нами безпечно. Друзі, я запрошую вас в студію радіостанції «Одеса Мама». Сьогодні до нас завітала начальник Прохорівського відділу обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області Вікторія Андріївна Пивоварова. Здравствуйте, Вікторія Андріївна. Безусловно, много очень изменений произошло за это время, пока мы с вами не виделись. И будет очень интересно узнать мне и нашим радиослушателям о новостях Пенсионного фонда. Ну, самые последние новости – это то, что с 1 июля 2020 года проведен перерасчет пенсии. Это было связано с тем, что повысили минимальный прожиточный минимум с 1638 гривен до 1712 гривен. Неработающие пенсионеры получили повышение минимального размера пенсии, а также надбавки за сверхнормативный стаж. Независимо от того, работает пенсионер или нет, получили повышение размера пенсии те пенсионеры, у которых в размере пенсии есть всяческие надбавки. Надбавки пенсии за особые заслуги перед Украиной базовой величиной для расчета таких надбавок был минимальный прожиточный минимум. Итак, минимальный размер пенсии повысился на 74 гривны, максимальный размер на 740 гривен, минимальный размер пенсии шахтерам на 222 гривны, минимальный размер пенсии для лиц с инвалидностью вследствие войны первой группы на 481 гривну, второй группы на 388,50, третьей группы на 266,40. Также повысился минимальный размер пенсии участникам ликвидации аварии на ЧАЭС с инвалидностью первой группы на 210 гривен. 90 копеек, второй группы на 188,70, третьей группы на 166,50. И также повысились надбавки пенсии за особые заслуги. У некоторых на 14,80 гривен доходило до 29,60 гривен. Нужно сказать, что перерасчет проведен в автоматическом режиме, и уже пенсии начали выплачиваться повышенные с 4 июля. Также нужно отметить, что с начала года это уже пятое повышение пенсии. Первое повышение было 1 января 2020 года для пенсионеров категории 65+, где была установлена надбавка до 40% от минимальной заработной платы, то есть до 1889 гривен 20 копеек, при условии наличия полного страхового стажа для женщин 30 лет, для мужчин 35 лет. Следующие два повышения были произведены с 1 апреля. Первое повышение – это перерасчет работающим пенсионерам, которые наработали 24 календарных месяца по состоянию на 1 марта. И второе повышение – это была установлена ежемесячная надбавка к пенсии пенсионерам с категории 80+, и также была выплачена единоразовая материальная помощь в апреле месяце в размере 1000 гривен для тех пенсионеров, размер пенсии которых был не более чем 5000 гривен. Виктория Андреевна, скажите, вот, конечно, для некоторых категорий граждан, как я вижу, не очень-то большое повышение, там 74 гривны, некоторые получают и до 500 гривен повышения. Хоть и деньги небольшие, но по вашей информации, эти деньги уже выплачиваются без Конечно, задержек? Без у нас задержек.
что очень важно. В пенсионном фонде нет никаких задержек, финансирование день в день, то есть люди, у которых дата выплаты пенсии определена, четко получают в свой день свой размер пенсии. Но это очень важно, потому что сегодня каждая копейка у пенсионеров на счету, жизнь, как известно, дорожает, пока что легче никому не становится, но хотя бы, чтобы вовремя ее переносили. И это очень, без задержек. Это очень хорошо. Да. И с 1 мая был тоже произведен перерасчет. Это была проведена индексация пенсии путем увеличения на 11% показателя средней заработной платы по Украине, с которой платились налоги, и которая входит в расчет пенсии. И вот последнее это с 1 июля. Следующее повышение размера пенсии будет у нас с 1 декабря. Это тоже будет меняться прожиточный минимум с 1712 до 1769. Еще важно, хочу отметить, что с 1 мая сделали минимальный размер пенсии для пенсионеров, у которых есть полный страховой стаж, как мы уже раньше говорили, для женщины 30 лет, для мужчины 35, в размере 2100. До этого было 2, которые поднялись с 1 июля 2019 года. С 1 мая сделали такой минимальный размер пенсии 2100 при полном страховом стаже. Спасибо. Спасибо за информацию. Мы продолжим буквально через несколько минут, дорогие друзья. А я нагадаю, сегодня в гостях студии радиостанции «Одесса Мама» начальник Прохорівського відділу обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області Вікторія Андріївна Півоварова. Не перемикайтеся. Ласкаво просимо в парк юридичного періоду. З нами безпечно. Друзі, ми з вами в студії радіостанції «Одеса Мама». Сьогодні, я нагадаю, к нам завітала начальник Прохорівського відділу обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Одеській області Вікторія Андріївна Півоварова. Ну що ж, продовжим знакомитися з новостями Пенсійного фонду. І далі у нас дуже цікава тема, я би її обозначив як передовые технологии для пенсионного фонда. И это очень важная информация, дорогие друзья. Она относится и к молодежи в том числе, потому что годы летят над нами, и рано или поздно тем, кому 20, 25, 30 лет, к примеру, становятся, как это ни странно, пенсионерами. Итак, какие же новшества в этом плане? Ну, мы с вами уже говорили о том, что есть веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Он сейчас все время как обновляется, увеличивается перечень услуг в электронном виде. В прошлом году было запущено 2 мощнейших проекта. Это «Е-пенсия» с лозунгом «Назначь пенсию в одно нажатие», который предусматривал подачу документов для назначения пенсии дистанционно. В электронном виде надо было заполнить заявление на веб-портале, к нему присоединить отсканированные документы, которые нужны для назначения пенсии, заверить цифровой подписью и отправить в пенсионный фонд. И потом после назначения пенсии приходило уведомление о том, что нужно обратиться в пенсионный фонд за получением удостоверения. Следом пошел следующий проект, это мобильное приложение Пенсионный фонд, который дал возможность иметь доступ к электронным сервисам фонда в удобном формате с мобильных устройств, смартфонов, планшетов. С помощью этого приложения можно ознакомиться с данными из реестра застрахованных лиц, то есть о вашей заработной плате, о том, как работодатель перечисляет за вас взносы в пенсионный фонд, а также о вашем размере страхового стажа. Также можно ознакомливаться с новостями Пенсионного фонда, там есть вся информация, получать
и пересматривать состояние обработки поданных в пенсионный фонд обращений и ваших документов. А с 1 июля 2020 года пенсионный фонд запустил новый сервис, который называется «Автоматическое назначение пенсии». Теперь ее также для того, чтобы назначить пенсию через эту услугу, все подается в электронном виде через сервис веб-портала. Сервис позволяет предоставить и перепроверить всю необходимую для назначения пенсии информацию заблаговременно. Услуга предоставляется средствами веб-портала с использованием электронной подписи. В личном кабинете на портале обновлен блок коммуникации с ПФУ и добавлена возможность подачи анкеты заявления для автоматического назначения пенсии, которая на данный момент работает пока в тестовом режиме, потому что постоянно дорабатывается, что-то обновляется. При переходе на эту закладку там есть доступ к доступной инструкции по заполнению этого заявления. Виктория Андреевна, а можно ли так, вот человеку, допустим, до пенсии осталось год-два, и вот воспользовавшись одним из этих услуг, спрогнозировать заблаговременно. То есть, если проект «Е-пенсия» было для тех, кто уже достиг пенсионного возраста и у кого право на данный момент, то услуга автопенсии может любой человек подать. Хотя бы какой-то прогноз для себя сделать. И можно ознакомиться, в каком состоянии его документы, что надо доработать. Это повод обратиться в пенсионный фонд и своего района и заблаговременно знать, какие нужно же документы подать. Информация есть и на веб-портале, перечить всех документов, которые нужны. И мы уже с вами говорили, какие документы нужны для какого вида пенсии, потому что мы знаем, что есть пенсии и по потере кормильца, и по инвалидности, и по выслуге лет. Так вот, заполнил эту анкету на автоназначение, к ней нужно также присоединить скан-копии всех документов, которые нужны для назначения пенсии, заверить подписью своей электронной и отправить в ПФУ. Также есть обратная связь, то есть после того, как будет назначена пенсия, человеку придет то ли на почту электронную, то ли в смс-уведомление, то ли на том же веб-портале в разделе «Мои уведомления», тоже там будет информация о состоянии вашего заявления, назначено, в каком размере, дата выплаты и все остальное. Мы с вами говорили о том и, конечно, поднимали такую тему, что, возможно, многие пенсионеры, которые уже в возрасте, иногда их смущает вот эти все нововведения, онлайн, компьютеры и различные гаджеты, которыми сегодня пользуются активно молодежь. И они говорят, что мы не можем сейчас освоить эту всю технологию. И вы меня успокоили вот чем. А я успокаиваю, в свою очередь, наших радиослушателей, что все эти нововведения, безусловно, друзья, работают на опережение. То есть впереди они работают на опережение. Многие наши сегодняшние молодые люди, которым 30-35 лет, как я уже говорил, прекрасно разбираются в этом. И когда придет возраст прийти на пенсию, а кто-то выходит и в 45 лет, конечно, а кто-то выходит и в 50. По инвалидности. Конечно, на каком-то вредном производстве, который уходит раньше, то, конечно, для них это будет уже не новость и не новшество, для них это будет обыденная, нормальная, так сказать, простая, рутинная работа. Нажать на кнопку, спрогнозировать, сделать заявочку. Поэтому все делается правильно, я считаю. Конечно. А вот те, кто не могут, наверное, надо
обратиться, время, да, обратиться. Личное время экономит. А тем, кто нет возможности, у них нет интернета, нету скана, чтобы отсканировать, могут тогда прийти уже лично. То есть можно будет подавать как в электронном виде, так и как обычно при личном посещении пенсионного. Так что, друзья мои, вы можете пользоваться всеми возможностями, которые сегодня предоставляет пенсионный фонд, и прийти лично, подать, главное, поговорить. Главное, вы не бойтесь, мы можем вас проконсультировать. Есть инструкция в доступной форме, там все расписано, каждый шаг, что нужно сделать. И также можно проконсультироваться по телефону. Кстати, хочу сказать, что поменялись номера телефона горячей линии. В Прохоровском отделе сейчас телефон горячей линии 705-48-25. В Малиновском отделе обслуживания, который раньше находился по улице Космонавта 26, он, во-первых, переехал по новому адресу, он сейчас находится, Косовская 2D, это бывший завод Краян. И номер телефона горячей линии у них 730-81-19. Также хочу сказать, что 17 июля с 10 до 11 будет проведена прямая телефонная горячая линия заместителем начальника Главного управления Пенсионного фонда Украины в Одесской области Яворской Татьяной Павловной на тему по актуальным вопросам обеспечения граждан. То есть, по номеру телефона, самое главное, будет проводиться, и по номеру телефона 728-35-92. Пожалуйста, 17 июля, в период с 10 до 11, звоните, задавайте вопросы, вам ответят. 728-35-92. Дорогие друзья, звоните. Спасибо вам большое за эту очень важную информацию, а я хочу пожелать нашим радиослушателям крепкого здоровья, будьте здоровыми и будьте богатыми. Це парк юридичного періоду.